Всем здравствуйте! В непростые для страны времена, когда россияне вынуждены адаптироваться к новой реальности и ежедневным переменам, любовь Толкалина не растерялась. Она оперативно перебралась в Телеграм и ничуть не потеряла, фанаты ушли вслед за ней. На новой площадке артистка делится собственным мнением и кадрами из жизни еще активнее, чем прежде. Утро 24 марта любовь, которая так любит пикантные фото, начала с серьезного сообщения. Оказывается, нынешний четверг стал особенно важным днем для нее. Актриса отправилась в оптику и подобрала очки, чтобы откорректировать зрение. С проблемами со здоровьем Толкалина столкнулась внезапно. Вероятно, сказалось нарастающее нервное напряжение. «У меня сегодня важный день. После всех потрясений я стала плохо видеть. Теперь я очкарик. Как вам? Идет мне?» – обратилась к фанатам актриса. Сейчас любовь Толкалина – востребованная актриса с внушительной армией поклонников. За ее жизнью следят более 700 тысяч человек в соцсетях, и далеко не все из них, как оказалось, настроены благожелательно. Короткое сообщение звезда дополнила портретным снимком в новом образе. Воздушные очки без оправы ничуть не испортили внешность экс-супруги Егора Кончаловского, даже добавили ей еще немного шарма. Некоторые поклонники напомнили Толкалиной, что процесс потери остроты зрения с возрастом нормален и волноваться не стоит. Тем более, что в России есть отличные офтальмологи. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит, которые могут все исправить. Это естественный процесс, называемый пресбиопией. Каждые 10 лет мы после 40 теряем одну диоптрию. Очки классные, очень идет, но лучше без них бы. Поправляйте здоровье. Идет, хотя не помешал бы хороший офтальмолог. В России они есть, по себе знаю, пишут в комментариях сердобольные подписчики. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.